Елесин оставляет шайбу для Локомотива в зоне атаки. По борту передачи Березкин. Из ворот бросок и гол. 2-0. Это Артур Каюмов. Локомотив увеличивает преимущество в счете. Это же первый момент у Локомотива, да, за период, наверное? Думаю, да. Ну, тоже так думаю. Конечно, вот Березкин с Каюмовым и Шалуновым, вот эти ребята, они... Вот они все-таки выделяются вот в составе Локомотива. Ну, то есть они выделяются борьбой своей. То есть вот Шалунов бросил, потом защитники пошли закрывать. Елесин вот очень хорошее движение сделал. И дальше-то все просто. За ворота на Березкина. И вот Березкин, он...